безмолвно и неподвижно кроткий агнец пред стригущим его. Так стоял Господь пред безбожными судьями своими и бесчеловечными убийцами, божественным молчанием отвечая на дерзкие вопросы, клеветы и поругания. Самоосуждение и самоукорение были не свойственны ему, не причастному грехов. Молчанием он прикрыл свою божественную правду, чтоб мы самоосуждением и самоукорением, отрицаясь от нашей поддельной, мнимой правды, могли соделываться причастниками Его правды всесвятой и всесовершенной.